это вредно для бегуна, надо все время ходить, да, то есть он не пользуется автотранспортом своим личным, вот только он вот бегает, так, да, да. Ну, он да. как привык бегать в школу, учебники да, у него да, были да. под мышкой, да. потому что это же известная очень история, да. его спрашивают, у него техника бега немножко странная, одна рука работает не так, как другая, он говорит, это потому что я в школу бегал 10 километров каждое утро туда и каждое утро обратно, и у меня под мышкой были учебники. Но у нас Данил Лысенко. И высота 2 метра 32 сантиметра. Это лучший результат сезона не только в нашей стране, но и в мире. 2.30, напомню, до этого прыгал Данил. И вот сейчас 2 метра 32 сантиметра. И он легко справляется с этим. А мы с вами не случайно говорили о рекорде мемориала 2.35, потому что по прыжкам видно, что он сегодня может не устоять. Наверняка следующая высота будет уже 2.36. И Данил будет пробовать на нее забираться. Вот его тренер Сергей Клюгин. Сейчас на ваших экранах. Что там они говорят? Сразу 2.36 будет ставить. Смотрите.